Орел, да. Орел. Что, есть? Ух. Красавчик. Оп. Подсак дадите, ребят? Блядь, не торопись, не торопись. Давай, Диман. Не. Итак, друзья, четвертый день. Начинается у нас, как всегда, с таскания вещей, да? Потому что прицеп гонять мы ничего не хотим. Вот. А завтра надуем лодки. Ну, вот на такой тележке хватить. Вот, а сегодня поплывем на бударке. Такие чувства неоднозначны у нас от этой бударки. Вроде как мест длинный, хорошо, места много, все сядут. Блин, узкая и как-то качается. Не привыкли. Кто привыкший, тот привыкший. А мы пока привыкаем. Итак, мы не похмелённые, едем на рыбалку. Да? Первый раз. Первый раз? Покажем эти приплавки. Начать нашу рыбалку мы решили словом троллингом. Пока он меня поймал, наверное, я. Да, нет. И давно он у тебя сидит? Прям. Что, не будешь менять? Что, есть? Да нет, зацеп. Гради гац? Гради гац. А ты говоришь, гради гац не ловит нас. Как всегда. Что там, пушок? Трава? А мне кажется, пару раз сначала долбанул, может, отцепился, блин. Ну да, что-то было. Вон она пасть. Видишь?
Не-не, другим бортом подойди, пожалуйста. Что сделать? Другим бортом, чтобы я ее вывел. На эту сторону? Да-да-да. Потому что подсак у Димана. Коль, развернись вот так. Да-да. Не, небольшая. Ну все же щука. Да, синий поставил, да? Не синий, он такой разноцветный. Щука, щука. Ага. У меня даже хрустнул. Новый спиннинг? Значит, это что поставил? Тот, который тебе привозил? Нет, задачка. Как задачка? Ты камеру нашу поставь, сейчас свечку. А где она, блядь, щука? Ты главное, спиннинг мой не зацепи. Чтоб свечка с моим спиннингом не была. Какой-то худая, но длинная. Благодарю. Прогонистая. Ну, длиной как это, но только худая какая. Скажу честно, троллить на Бударке четвером не очень комфортно. Часто путались. Но потом привыкли. Ну, и в прошлый раз такой был, наверное. Пустячок-то. Нормально. Такой жирный. Орел. Орел, да. Орел. Рано или поздно. А ты груз от здоровой шеи оставил? Да? Карась. Хороший, что? Блин. О, так рукой, да, нормально. Нормальный карась. У нас на платниках, мне кажется, таких. Вот мы когда с отцом ездили на платниках, да, пап? Мы с того таких карпов ловили. Нормально. Как-то. Передай другом. Угу. Это что-то прям как сазанчик клевал-то. Подсак, если что, Диман, сзади тебя. Что там у нас? Не, карасик тоже такой. Хорошенький. Блин, ну что, не поймай вообще сегодня? О! Карасик. Оп! Так, нормальный карасик. На что, на червя? Не, я меня червя вообще не насажу. Просто давай на кукурузу. Да? Что, сазанчик? Нет. Ты, пап, вот видал, как я рукой поднимал? Подводишь? Он длинный. Ну и что, все, ну можно подвести вверх, понимаешь? На кукурузу. На кукурузу, и у меня на кукурузу. Фигарил, знаешь, как сейчас? Это, походу, сазанчик. Да ладно, так долго. Здорово. Деребул вообще здорово. Бешеный какой-то.
это есть, да, это точно. Ага, и под лодку заходит. Гараж. За леску бери. За плетеночку поднимаем. Такой мирный карась. Стоп. Экстрактор достать. Так вот. О, это на червя этого. Мерный карась. На червя? Не, я на кукурузу. Нормальный карась. Птичек сейчас прикормим под кормкой. Да, прибьет. Интересный, смотри. О. Реально интересный. О. Диман, что-то у тебя? Или ты задел? Да, нет. Тишина, спокойствие. Смотрите. Вот это улов. Это меня перепрыгнул. Смотри, на живца ее можешь поставить, на тройник. Закинуть большой поплавок. Есть у тебя такая крема? Давай сделаем долго. Оп. Медный карась. Так как на селигере поставил поставушку с поплавком. Вот этого малька, которого поймали только что. Посмотрим, вдруг что-нибудь валится. На удочку, да? Карась? Карась. Хороший? Нет, косноперка. Жирный. О, какой жирный косноперка. Вообще отличная, да? Что, есть что? Нет. Мелкий карасик. На килограмм? Вообще ничего нет? Да не может такой быть. Сошла на. Есть? Да. Ну, что-то прямо это, не сазанчик? Что-то не есть, блядь. Карась, наверное, не сазанчик. Наверное, карась. Посмотрим. Нет. Пацан, подайте. Бля, как хуярит. На, Диман. Без мата. Ой, включил. Ух. Ух. Красавчик. Красавчик. Ну, кукурузы. Блядь. Сейчас подожду. Нет. Ова-на. Вот он и вышел. Красавчик. Хороший. Это нормальный поросенок, да. Красивый. Ну, на этот спиннинг по кайфу, чем да, на крокодил-то? Не то слово. Когда кончик нет. Когда кончик нет, еще лучше. Не, летом, а кончик сейчас уже давно сломался. Хороший. Да хороший, не верьте этим весам. Не, ну все равно. Сколько? 700 кило. Да ладно. Мой больше, что ли, был? А твой взвешивали, что ли? Есть? Карась, наверное. Хороший карась, кто говорит, что ли? После, ну, сазан там немножко поклевка другая. Кукурузу. На, пап. В руке что ли держать? Поклевка такая ерайна. Это что такое? Фисташка что ли какая-то? Ну или это ракушка. А, он говорит, это сазан, когда ракушка. Он ее говорит, дерябит. Дерябит.
смотри. Таранка. У них есть черт. У вас есть черт? Ну что, берешь так кусачки, бля, смотри. По-братски его. Шпокнул. И все. Выбирать. Короче, перешли вот на такую таранку. Наверное, такую будем уже отпускать. Неужели? Неужели оно карась, карасику? Че, вообще ничего, что ли? Карасику. Оп. Что-то обмельчал карасику. А? Она закрыта. На червя. На червя. Тут же поклевка. Стая подошла, что ли? Есть? Да есть, есть, рацион работает. А давай, сюда, сразу. Раз, давай. Два, три. Попал? Но это и не я виноват. А кто же, блядь? Ты так сделал, ты же сказал от борта всегда работать. Блядь, что ты, Колян, перепутал. Ну, такие мирные карасики. Давай, от борта работаем. Я понял тебя. Мимо? Попал? Нет. Ну, меньше. Ты же какой. Хищник. Нахуй. Коля? Чего? Да смотри, можно на засолку. Ну вообще маловато она, конечно. Есть? Нифига себе. У меня даже камера включена. Давай, пацак. Сошел. Оторвал крючок на. Оп-опа. Дом. Поснимает решил. Дом что-то. Тут же штамы. Это, наверное, сазан, ребят. Да не, карась купил. Пару раз дернулся, нормально. Или сазан. Не, что-то такой хороший карась. Наверное. Возьмешь? Оп. Камеру на зарядочку поставим. Вот что, значит. Сетка не очень, да, у пацака? Да нет, нормально. Оп, нормальный карасик. Чего у тебя, Диман? Тоже карасик? Блин, бросил свой, блин. А вот твой я хотел как раз начальнику своему отдать. Ну. А ты что, не вытащил? Угу. Да вон у него там барахтается. Оп. Такое чувство, как будто это лодка проплывает с того берега, их сюда призывает. Ну. У тебя тоже есть? Оп.
Не, ну карасики мирные еще. Не, ну мы вчера говорили, что за карасем, ну, у нас сазана. Все, забирай. Это место выбрал такое. Опа-мя! Не, нормально, ссы. Уклейка. Ну это уже с ладошку так уберем. Сука, тварь, блядь. Не, не. Отдал бы, как тот сазан, на. Может, две надо будет, по две попадать. Что-то есть, пацак? Не-не. Тебе руками тащи, блядь, за жабр возьми. Не пойму, что висит. Карай. А, он за горб просто, видишь? О, оставляй на печку, блядь, как раз. Прям закидывать и ждать. Смотри. Ну это очень большая щучка. Не, такие вот даже в Рязани есть караси. Баскетбол? Блядь. Ну чего чушь? А, не надо. Караси. Хороший караси. Прям за плетеночку и наверх. Не надо там. Вот я дальше. Ну, надо просто раз и все. Не лечь его не надо наверх. Вот, вот так хуже. Его лучше из воды не доставать. Отлечь, воды колтанет, он сразу полтруп. Карасик. Карасик хорошо. Давит. Хороший, наверное, карасик. Покажи. О, окунь. На кукурузу окунь. Да? На кукурузу окунь. Это первый раз я такой вижу. А, калевых. Надо живца пойти поменять, да? Потому что тот сдох. Давай мне этого. Сейчас пойду схожу поменяю. Так. Поставить в жерлиц. Хочу поменять живца. Потому что уклейка нам быстро дохнет. Джиг поставил такой, 15 грамм, ну, поводок, на поводке живец, дальше скользящий грузило и 30-граммовый поплавок. Ну, соответственно, все это дело закидываем. Так, закинули. Щука какая подойдет, валит под кустом, да, там стоит. Будем ждать. Это камера. А что там? Вот это красноперочка, еще плотва, крупные глаза. Итак, немного хотел рассказать о снасти. Берем поводок, ну, я делал примерно метр. Одеваем кембрик и делаем затягивающую петлю. Спасибо. Кто как и делает удавку. Для чего одевается кембрик? Чтобы петля не затягивалась совсем, когда макуха заканчивается, слетает, чтобы петля не затягивалась. Одевается кембрик. Вот. Вот так вот затягивается макуха. В данном случае круглые, квадратные, не столь важно. Далее берется груз. По своим условиям подбираете груз, смотря какое течение. Одевается груз. Один конец. Можно через ветрушок, можно просто привязан к основной леске. А к самой петле привязываются поводки. Кто один, кто два поводка я делаю. Поводки делаются или с толстой плетенки, или из лески. Можно сделать из капроновой нитки.
это такой крупный карась или сазанчик, нет? Карась хорошенький такой, добрый. Крупный карась или все-таки сазанчик? Наверное, сазан, Диманчик. Что-то вообще не идет к берегу нахуй. Вот, тащить его. Тихонечко, не дай опять. Ну что, в чем даже поверить? Сазан, да. Дома. Идет время. Но она пропитывала. Сек, иди сюда. Ага. Зацепился. Карасик? Не, это твой лапырик твой. Домой? Чё там, карасик? А, чужих карасей он забирает, а своих всех... О, вот это поклёвка. Реально было. Да. Я тебе говорю, дернул до этого. Стандартный банальный карась. А вот и... Поднял бабла. Три топора. Пенопласт, кстати, не объедает. Кому интересно. В этот день я в первый раз попробовал половидный пенопласт. Ну, на него что-то особо не клевало. В отличие от последнего дня. Но это еще в будущем увидеть, что творилось на пенопласт. Ну, забирай, красноперку мы все берем. Ну да, нормально. Ведет. Опа! Опа! Мощь! Сними ему карася, блядь. Сними. Вообще просто. Бля, смотри какой ход. Вот так он вообще заебись делает. Вот так надо. Прям. Блядь, человек огнал, я даже нахуй не видел, как это. Надо же. Я прям не знаю, что про него рассказать. Прям. Целого червяка-то. Почти самый большой. Последний. Подлодки, да, Иван? Ага. Диман жрет. Яблоко. Яблоко, да? Тихарца. Ага. Ты погоди. Я подлодкой. Вот, ни хрена, за два крючка. Глаз, алмаз и плавник. Жрать-то помянешь. Вы-то жрете курицу, а мы-то ловим на нее. Иди. Блин, ну в принципе, ничего так сегодня. Я использовал спиннинг для троллинга и для ловли на донке, на макуху. Потом просто отрывал, насаживал поводок и ловил троллингом. Так, вечер. В сторону базы решили протроллить на доке. Тишина. Надеемся, что не будет. Нет, точно что не будет. Ну, думаю, да. Думаю, щука. Подсак дадите, ребят? Дышь мне!
мы ее вдвоем ебать снимаем. Я понял. Жирик, ёпка. Что за жирик? Так я его поймал или ты? Ближе! Еще ближе! Опа! Есть, мать! Выиграли мы меня. У меня там чуть-чуть за что-то зацепилось, посмотри. Чуть-чуть за что? Будь здоров. Блять, да, хороший же решет, блядь. Да? Тиман, чё ты чихаешь? От жадности чихаю. Не, все-таки есть профессионалы в троллинге, согласитесь? Да. Великие спецы, от которых еще учиться и учиться на. Вон, за что? Если бы не мы бы, это бы. Хороший жир. Ну, двушка. Ты посмотри, зачем. Что-то нормально. Нет, пацаны, я торможу. Сворачивай. Потому что я сейчас брошу мотор, и вы все переебете. Блин, я вот свою только, конечно, не свернул, уж не очень хорошо. Ни хрена, да что это, он срабатывает. Да. К тебе, наверное, сюда перейду. Ты достал своим этим гизуриком. Что, жирик? Да я не знаю. Леска твоя. Нет? Пап, смотай мой спиннинг, а? Давай так вот. Что ты вообще? Блин. Не торопись. Давай, Диман. Не спеши, Кот. Не спеши, никуда не денется. Давай. Потеримся. Не спеши. Чуть пусть он достанет. Есть. Я, блядь, сказал, не матерись, блядь, нахуй ты делаешь. Вот она, толстый. Эмоции, Диманыч. Толстячок. Так, хорошо. Так. Не зря я эти фьюзерку купил, 5 штук. Блин, комары. Выровни. Еще вот такие кушки на такой воблер ловится, на универсальный. Заканчиваю, наверное, рыбалку. Еще ехать там час до места, это далеко, большие расстояния. Итак, друзья, вот такая была рыбалка. И по рыбе была очень хорошая рыбалка. Ну да, сазанчиков было мало. Ну, зато было много карасей. Мы остались довольны. Кто-то даже поборолся с трофейной щукой. Как это было, вы видели? Я боялся, что упущу.
Кому понравилось это видео, поставьте лайк. И не забудьте посмотреть видео, где я ловил на пенопласт, про что рассказывал в этом видео. Думаю, видео будет тоже интересно. Всем во всем удачи. Всем пока.